Что с ним из-за вас творится? Давайте посмотрим, какой поток информации, что нам карты расскажут, что покажут. Будем смотреть на картах Таро и задаем вопрос. Что с ним из-за вас творится? Поехали смотреть. Первая карта. Ну, он сейчас очень сильно думает, принимает какое-то решение, немножечко запутался в лабиринте своего сознания. Но очень много думает. Думает о чем? Думает о том, что он вас очень сильно любит. Это факт. Думает о встрече, кстати. Вы для него девушка очень любящая, очень открытая, эмоциональная. И он понимает, что вы его тоже очень сильно любите на самом деле. Ну, гляньте, какие карты. Ну, прям вообще. Туз жезлов. Конечно, он хочет... Очень хочет близости с вами, да, полно огня, но сейчас его сердце почему-то разбито. Почему разбито? Приедет к вам, девчонки, ждите, очень скоро он к вам приедет, он прямо тут уже намерен, не может справиться со своими желаниями, не может справиться со своими чувствами, прям очень сильная привязка к вам, действительно, да, тут такая страсть по дьяволу, но вы с ним явно поругались. Что еще? И понимает, что вы к нему сейчас настроены так, что готовы все ему поотрубать, все, что у него выпирает, да? Ну и по поводу любви, да, я говорила, что любовь тут однозначно, да, любовь тут есть, любовь прям переливается, чувства есть. И по поводу того, что вы сейчас как-то в спокойном состоянии, да, вот вы как-то более-менее уже пришли в себя, а он, видите, страдает. Он страдает, он один, и, девочки, надо время. Надо время, потому что все не так быстро, как хотелось бы. Да, потому что была какая-то нехорошая ситуация, какое-то, знаете, потерпел он поражение, была какая-то подстава, что-то было такое. Но тем не менее, выходит у нас колесница, говорит о том, что все в его руках, и он может изменить ситуацию. Да, ситуацию нужно менять, потому что ситуация требует какой-то трансформации, так как раньше уже точно не будет. Девочки, ну выходит десятка кубков. То есть десятка кубков говорит о том, что в принципе он нацелен очень даже неплохо и хочет с вами не просто каких-то отношений, а он хочет именно семью и именно быть счастливым вместе с вами. Вот такой у нас интересный сегодня поток информации. Всех благодарю за внимание, обнимаю, пока-пока.